Привет, друзья! Ровно месяц, а точнее сказать, уже, наверное, даже больше месяца прошло с тех самых пор, как я довольно удачно отохотился на этих полюбившихся мне уже давно, полюбившихся, а вам, надеюсь, тоже, торф-карьерах, вот, на утку. То есть сейчас уже у нас с вами конец сентября практически, ну, ближе к концу сентября. Да, погода у нас, вот, ребят, это просто удивительно. Назвать это бабьим летом, это ничего не сказать. То есть у нас просто такой бархатный сезон. Обычно в конце сентября вот у нас в центральной полосе уже все, уже и заморозки по ночам бывают, минуса, а здесь вообще прям красота. Вчера, правда, прошел такой сильный ливень, вчера воскресенье было. Такой сильный ливень, весь день ливень стоял. Вот, я тут еле пролез, в принципе, на торфяннике на машине, но ничего, пролез. Вот, паркетник, он свое дело знает, поэтому нормально. Вот, и сегодня уже прям с самого раннего утра погода хорошая. Правда, ветер, ну ветер всегда, он, ветер не такой уж сильный. Бывают такие порывы, но в принципе он такой нормальный ветер. Вот, и, в общем-то, погода шепчет, что называется, вот, прямо такие, ну, как август, у нас сейчас как конец августа, вот, нормально, вот, а сейчас конец сентября, вот такая вот осень золотая, вот, интересно будет посмотреть, как изменились эти, как карта охотничья эта, как изменилась вот за этот месяц, вот, посмотрим по наличию утки. Да, еще вот я недаром сказал, что вчера воскресенье, а я думаю, что в субботу ее тут еще и поднажгли. Ну, утки вы сами знаете, тут традиционно довольно-таки много всегда, но вот где она сейчас, и подозреваю я, что будет она сидеть довольно крепко. И да, уже ребята неоднократно мне в комментариях пишут, правильно делаете, что пишете, где чучела, спрашиваете вы, когда уже наконец-то выставишь чучела. Вот сегодня, ребята, мы с вами будем охотиться с чучелами и манком. Вот, значит, чучела и манок, в описании дам ссылки, что за чучела, что за манок, чтобы сразу, потому что я вижу, вы вопросы периодически задаете. Посмотрите в описании, вот, я все укажу, ссылочки дам, кому интересно, изучите детальнее. Я так подозреваю, что селезни уже перелиняли, и можно будет выставить несколько селезней вместе вот с кряквой, я имею в виду чучела, попробовать. Да, еще тут у меня такое общение такое интересное произошло. Один из подписчиков, вот, оказался земляком вообще. Мы тут с ним прошлись, пропесочили все наши тут места окрестные. Вот, Влад, привет, кстати. И, кстати, он мне подсказал, что да, уже пробовал с чучелами охотиться, и утка довольно-таки охотно на них заходит, то есть она реагирует и на манок, и на чучела, то есть уже самое время. Вот, как раз сегодня и займемся. Сейчас по задачам посмотреть, да, я подозреваю, что из-за такой засухи еще и вода ушла, то есть воды должно быть намного меньше, чем вот в августе было, поэтому куда мы там на лодке пролезем, я не знаю пока, ребят. Посмотрим, куда будем садиться, наверное, не на генеральскую бровку, потому что с точки зрения охоты с чучелами там будет не совсем удобно. Хотя посмотрим, ребят, не будем загадывать, уже на воде. Все, давайте тогда без, как скажут, долгой преамбулы, вот, сразу выходим на воду, дальше уже буду оттуда показывать. Вот, ну, так уже видно, желтеет, видите, да, уже все, осень, все-таки осень дает о себе знать, березки так уже желтеют, ну, тепло, тепло, вот сейчас где-то градусов 15, хотя такой ветер, знаете, наверное, северо-западный сейчас ветер, так, запад, да, северо-западный ветер, и так вот прям бывает порыв такой холодноватый, я уже костюм поменял, как видите, так что, ну, комфортно. Все, ребят, давайте, заканчиваю говорить, поплыли, будем смотреть, время у нас с вами 15 минут 4, отлично. Ну, темнеет сейчас намного раньше, поэтому пока чучела расставим, усядемся, угнездимся, время пойдет. Вперед, друзья, ни пуха нам, ни пера.
Все-таки, ребят, пошел я по этой стороне косы, по той попробовал, там вообще все. Там вот такое вот, все, там болото, там воды нету практически. Вот в такое вот все превратилось. Там чуть-чуть наступаешь и сразу засасывает. Здесь вот, не знаю, впереди, если только там вот проблемный участок, будем продираться как-то. Вот, все равно нам надо через протоку, через генеральскую бровку и налево, потому что, судя по всему, вот, смотрите, вот, вот это все вода была. Вот я тут цепляю за дно. Это вообще. И тут еще как-то более-менее аккуратненько пока иду. Вот, сантиметров 50, не больше, меньше даже, наверное, воды. То есть, можно сказать, практически нету. Бедная утка. Вот так. Вот так вот у нас такая вот засуха. Вот так, ребят. То, что, в принципе, хорошо с одной стороны, а с другой стороны, без дождя тоже, ох, как плохо. Фух. Теперь, значит, нам надо до генеральской бровки туда доплыть. И там через протоку. Я так думаю, что она вся пересохла. Там лодку волоком и выходить на ту сторону, потому что утка там вся. Вот, она там вот поднялась. Я даже видел, так что все туда. Вот, вот, вот это все вода была. Здесь тоже. А я еще, помните, хотел попробовать. Рыба тут вот плавает, бедная тоже. Рыбе вообще еле-еле, воды тут практически нету. Это щучка, такие щуренки. Вот, я думал еще, помните, туда вот с чучелами пробовать вставать, охотиться. Ага. Так, ну будем надеяться, что тут просто ряска. О, вон утка пошла, вон она. Одиночка. Ну, она, конечно, сейчас сюда не подлетит. Ну что вы. Кружок такой сделал вокруг этого. И куда-то туда. В точку. Нет, сейчас уже все. Сейчас охота будет сложной. Она, ну, все, она не такая, как в августе уже. Утка вся стеганная, ножженная. Вот, так что охота все сложнее и сложнее. Еще вот видите, как карта как изменилась. Воды нет почти. Это тоже осложняет картину. Вот, а я думал, вот такие лужи, вот выставить чучела туда, сесть куда-нибудь туда, в те березки. Ну как он, смотрите, все в коряжнике, все это. Ну, здесь тоже, но здесь еще хоть по каналу. Вот-вот, фу. Вот, вот это все вода была. Это все была вода. Вот он, твердый торф. Вот он, прям я веслом в него. Пока я видел вот эту одиночку, ну, уже хоть что-то летает, уже радует. Ну, ветер, он, как обычно, к вечеру туда стихнет. У нас время еще, ребят, против нас играет. Не так уж много времени остается. А надо же еще где-то... Я примерно место понимаю. Я хочу где-то, ну, ближе к середине или вообще немножко в тот угол этой косы уплыть. Вот, и туда где-нибудь... Вот, на... вот если такая лужа будет, прям вот так вот высадить чучела... Сюда можно, но тут, видите, как тут, тут солнце, во-первых, запад у нас там. Будешь против солнца стрелять вообще не вариант. Вот, плохо. Так, вот она же, да, по-моему? Вот она. Давай сейчас будем заворачивать. Да, 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 вот проход, протока. Вот он, проход. Ну и как тут? Проплываем или все? Или тут? А-а-а, проплываем. Сейчас. Все, тут только пехом, ребята. Все, я тут уперся. Сел на мель. О, да, вообще, вон, по щиколотку воды. Ну это и хорошо, это мы сейчас тут продеремся. А там, правда, может утка сидеть, кстати говоря. Кстати, о птичках. Так... Ну, давайте попробуем сейчас. Главное тут не рухнуть. Могут и ямы быть подводные.
Конечно, можно чучела и сюда куда-нибудь. На крайний случай-то тоже пойдет. А вон я вообще тут иду пешком. Да, на крайний случай вообще вот сюда чучела высадил. И охоться тут. Вообще все обмелело. Но я хочу туда подальше попробовать. Все-таки это место уже понятно, но тут она и сидеть сейчас не будет. Я думаю, что утка туда ближе уходит. То есть, точнее, туда дальше. Вот в тот угол. Попробуем. Тишина, ребят. Утки вообще нету. Не видно. Утку не видно. А вот тут что у нас? Кстати, тут такой бережок. Вроде ничего. Ага, и здесь вот эти лужи. В принципе, слушайте, можно и сюда попробовать. Так. А здесь вылезти где-нибудь, да? Вот, вот здесь такой заплыв есть. Слушайте, вот здесь, в принципе, ничего места. В принципе, да? Но вот эти кусты, единственное, что... Ну, там посмотрим с этими кустами еще. Слушайте, ну, можно сюда высаживаться. Вот, вот сюда, я думаю, высадиться, да. Вот в эти вот заросли. И лодку туда куда-нибудь затащить. Вон рыбка плещется, а чучела можно вот сюда вот прям. Ну, давайте так и сделаем. А почему нет? Да, сюда прям. И как раз видно будет нормально их. Вот, сейчас так рассредоточим, создадим эффект видимость спокойной стаи. На бок легла. Ну, сейчас водой наполнится. О, видите, как работают мои арматура. Вот, хорошо. Так. Так, и можно сюда куда-нибудь сейчас. О, тоже. Что-то это вообще у нас замертво легла. Сейчас будем поправлять. Сейчас поправим, ничего страшного. Так, давай-ка мы тебя поправим. Вот так вот. Так, ну вот, ребят, выбрался я, в общем-то, на берег. Вот. Сюда высадил чучела. Вот они у нас с вами тут сидят, плавают, прекрасно себя чувствуют. Вот лодку сюда вот спрятал. Вот так вот сложил. Вроде бы как бы нормально. Давайте такую небольшую экскурсию. Утки все равно нету. Вот. Весь этот кувшинник пустой. Одна единственная поднялась и все. Вот. Давайте сейчас... Так, ну это у нас не утка пролетела, я на нет, это эти пастушки. Ну все, они уже пошли, значит, по идее, первая волна утки скоро должна быть. Ну давайте сейчас небольшую экскурсию. Вот, смотрите, вот тут вот такие вот заросли. Я пока временно вот сюда вот присмотрелся, пристроился. В принципе, тут такое окно есть. И отсюда такой вот сюда обзорчик тоже есть. При этом как бы кусты, но они тут как-то защищают. Вот, надеюсь, так сразу срисовывать не будет. И что вот еще интересно, сюда прямо такой проход идет. Вот. И здесь прямо к берегу. То есть, если что, теоретически упадет куда-нибудь сюда, можно будет лодку сюда прям перетащить и ее где-то тут забирать. Вот. Я надеялся, что утка вся вот там с той стороны, а теперь я думаю, что она вот сюда вся перелетела. Ну да ладно. Ладно, не страшно, дайте крякнем. Нет, тихо. Тут пока тихо, ветер так вот стихает. Солнце еще довольно-таки высоко. Красивое небо, облака. Все, сейчас сажусь, пью чай, пьем чай и ждем, ждем. Вдруг нам сегодня с вами повезет,
И посмотрим, будем смотреть. Стая-то должна где-то, где-то стаи должны быть, сидеть. Может, в камышовке где-то пока держатся. Ну, ладно, тут я еще подшумел. Сейчас мы потихонечку усядемся, угнездимся, что называется, и все будет хорошо. Так, ну, посмотрим в бинокль. Ух ты, нифига себе! О, ребята, ёлки-моталки! А там три утки сидят. Вон там он. Сейчас я попробую увеличить туда. Ага. Вон она где вся сидит-то. А, обалдеть. Это я сказал три. А там целая стая, ребят, вот, она, оказывается, они за камышами, там, за этим тростником, они выплыли. Там, наверное, с десяток их, а то и больше, обалдеть. Да, вон селезни, вроде перелиненные, ага. Я еще в бинокль смотрю, хорошо. И сидит, главное. Давайте покрякаем туда им. Вообще, они спят, они сидят и спят. Ну, я так и подозревал, что будет в крепе сидеть. Только сейчас эти одиночки, пары какие-нибудь, и все. И все, ребят, вот так вот. И не достать ее, и никак ее не достать там. Вот так вот. Дохлый номер, туда даже стрелять бесполезно, туда дробь не достанет. Ну, может, какая-нибудь там долетит на излете, не? Вот хитрая, а? И ведь же так и будет сидеть, засранка. Так и будет сидеть. Ну ладно, мы тут... Я тут затихарился, в общем-то. Ну, наверное, может и полетит, но полетит она явно затемно, мне так кажется. Да, небо такое высокое. Я думал, еще облака нагонят. Не-а. Небо высокое. Ага, вот я что заметил. Мне в бинокль вот видно, вам жалко, наверное, не очень. Но я что заметил, они все как бы спят, основная масса. А есть несколько таких, которые шею постоянно держат, то есть вот контролируют, ну как гуси практически. Вот тоже интересно тогда понаблюдать за уточкой. Ну прям вот напротив сидят хоть сейчас, ну как вот их? И все, сюда они не подплывают, естественно. Я лодку вон спрятал, все. В общем, сижу я тут, ребят, в гордом одиночестве, среди утки. Я думал, ее там нет, а там, я не знаю, ну штук 15-16, наверное, сидят просто. Но они сидят в недосягаемости, вот в чем дело. И стрелять туда не хочется. Вообще, как бы поднять. Я уже думаю, плыть туда, поднимать их, что ли, пока еще светло. Может, залетает, но она на манок вообще не реагирует. Они сидят прям такой плотной группой, массой. Селезни перелиняли, кстати, как я и предполагал. Все отлично, красавцы плавают. Вообще красота, друзья. Да хотя бы понаблюдать. Ладно, хотя бы понаблюдать, ладно. С добычей это... Вот, вот он кайф, вот, понимаете, вот весь процесс. Вот дикая утка плавает так, в таком количестве. Не каждый день такое увидишь. Может, где-то и летает, я не знаю, тут заросли эти, ничего нет. Ну не кря... Нет, ну не она все, она молчит, она на манок не реагирует, не взлетает, ничего.
Иногда так крыльями там она прихорашивается. Вообще обалдеть просто. Хитрая, главное. Ну нет, чтобы куда-нибудь поближе сюда. Не, фигу. Ну так и будем сидеть. Она мне так и будет на нервы. Вот весь вечер действует. Ну ладно, сидим. Я так думаю, что вся она в крепе сейчас сидит. Так и будет сидеть. Летать будет. Вот вчера, конечно, такой дождь, ливень. Ну под ливнем охотится. Не, я еще поначалу, когда начинал только, я вообще любая погода. У меня там ливень льет. Вот как из ведра. Я сижу. Еще плащ-палатку забывал поначалу. Сейчас всегда с собой беру на всякий пожарный. А раньше вообще. Сижу, обливаю, потом 3 дня температура. Сейчас уже нет, я уже так. Ну, в общем, такой экстрим уже нет. Все. Здоровье важно. Больше, чем охота, в принципе. Ну, может быть, и стоило. Зато, в принципе, она низко летала. И рано. Ну ничего, сейчас ждем, ждем. Все равно мне приятно. Я вот, в принципе, сегодня прощаюсь с этими торфянниками. Сегодня закат будет красивый такой. Будем любоваться закатом. Утками этими. Ладно, сидим. А может, что и добудем, друзья. И вообще будет красота. Эти, кстати, куда-то переплыли, я их там не особо-то вижу. Куда-то они смотались. В общем, пропали из виду и смотались. Ну, видать, куда-то там за эти вот, за тростник, за этот, за камышовку. Умотали. И все, и тишина, и больше ничего не летало. Да, в бинокль смотрю, нету их. Куда-то они делись, все. Ну что, друзья, снимаю я вот так вот. Наверное, страшно. Время без 5:08. В общем, я уже ничего не вижу. Так, только крылья слышу, пролетает. А где, чего, непонятно. Мужики, как обычно, стреляют. Ну, это у нас так водится. Вот, русская охота на утку. Ну, что поделать, начала летать затемно. Ну, как я и предполагал, в принципе. И вот это вот, вот это прошла, конечно, там уже, наверное, и в камер не особо видно было, но прошла она, ну, не так далеко, можно было бы ее взять, и что-то вот, ну, промах, да, ну, бывает, и на старуху проруха, хотя уже, честно вам скажу, я уже так ее видел краем глаза, то есть уловить ее вот это движение заранее не получилось, поэтому уже так стрелял, скинуться нормально не смог, вот, и поправку эту неправильно взял, видимо, но бывает, мог бы, наверное, ее зацепить. Буду складывать чучела, друзья. Вот так вот закончилась серия моих охот на этих торф-карьерах. Вот,
сюда уже вернусь я, вероятнее всего, наверное, через год, в следующем году. Низкий поклон этим охотничьим картам, все-таки результативно. Я добыл тут 4 уток. Это для нас, для, как сказать, для жителей Московской области, это хороший результат, прямо-таки скажем. В принципе, я рад очень, что в очередной раз выбрался на природу. Вот чего и вам желаю всячески. Буду закругляться, друзья, сейчас еще чучела собирать. Мне сейчас вот там, как обычно, сейчас вот буду выплывать я на этот самый, на лодке, и залетает тут рядом, я не знаю, сейчас еще буду поднимать, она что-то вот сельзень крякал тут. В общем, вот такая вот охота. Ну что ж, ребят, большущей вам удачи на охоте, в жизни, ни пуха вам, ни пера. Ну и пока, увидимся. Посмотрим, какие есть еще идеи, куда съездить. Посмотрим. Спасибо, что смотрели в очередной раз. Полюбовались со мной природой, закатом. Всем пока.